середине берет он. Ну и вот Певцакина, простите, ну и вот теперь уже Гуляш и Певцакин. Первая пара защитника посоединилась. И гол! И гол! Подставлена клюшка. Авангард выходит вперед. Все-таки реализовали это свое большинство хоккеисты омского авангарда. Вот как раз говорили тренеры в своих интервью, что надо подтянуть игру в большинстве. И Мирослав Блатик принимает поздравления от партнеров. Ну, давайте смотреть этот момент. Кошечкин уже сел на щитки и был бессилен что-либо сделать. Да, вы знаете, Блатик-то делает передачу. А шайбу-то, похоже, забрасывает Максим Казаков. Максим Казаков забрасывает, молодой нападающий омского авангарда. Все правильно. Потехин. И шайба сошла с крюка. Контратака. Попов убежит. Или нет? Опаснейший момент. Выход к воротам. Бросок. Гол. Вот так вот. Что, дубль Казакова? Вот это да. Долго-долго, как говорится, копил энергетику Казаков, и его дважды Кошечкин пробит. До этого все здорово сделал Попов, сегодняшний юбиляр. Ну и чествовали Попова перед матчем. Больше всех матчей провел за «Авангард» 719. Ну и вот посмотрите. Выходят из спячки омичи, проводят первый период просто здорово. Попов ассистента. И Пережогин. Не получилось сбросить у Пережогина. Но сделал такую передачу назад Казакову. А просто на заглядение. Как тонко сыграл Пережогин. Давайте еще раз насладимся этим моментом. Вот шайба Пережогин. Опа! Оставляет. Он думал Попову. Но тут накатил Казаков. Опередил своего именитого партнера по команде, и 2-0.